Перед нами птенец, который только что вылупился из яйца. Птенец канарейки. Вот этот еще мокрый. Вылупился, ну вот прям сейчас. А вот его братик или сестричка. Этот вылупился вчера. Ему уже сутки, он, видите, обсох, пушистый. Вот так вот получаются канареечки. Второй день жизни птенцов. Вот одному 2 дня, другому 3 дня. Вот этому. Уже они почти одинаковые и не разберешь. День разницы особо незаметно. Вот растут. Третий день жизни птенцов. Вот такие вот они малыши. Растут понемножку. Сегодня птенцам 5-й день. Вот начинают глаза открываться немножко. Видите, немножко накормлены. И вот он подкидыш. Вот этому постарше, который этому 5 дней, остальным по 4 дня. Я подкидыша посадил, видео там снимал, подкидыш. Вот теперь он здесь. Вот так выглядят птенцы-канарейки на 5-й день. Друзья, перед нами птенцы-канареек в возрасте 6-7 дней. Вот если потрясти гнездо, самые голодные просят есть. Видите, этот голодноватый, ну как бы недокормленный будет правильно сказать. Это тот самый подкидыш. А вот это вот ее 2 родных птенцов. У них уже практически открылись глаза, ну не на 100%, но уже... Вон, видите, более-менее. Они накормлены и спят. Вон у них в зобу корм. Они такие ленивые, особо не шевелятся. Ну, уже немножко видят и боятся. А это подкидыш. Сейчас я его подкормлю, чтобы он особо не отставал. Видите, у него зоб пустой. А тут зоб накормленный, они спят, не буду их тревожить. И продолжаем. Сегодня птенцам уже 8-й, 9-й день. Вот это ее родные птенцы. Этот похож на самца, вот прям даже вставочки в крыльях, как у самца, видно, что будут. А второй похож расцветкой на самку. А это вот подкидыш, я заметил за эти дни, что она его постоянно не докармливает. Я его сам подкармливаю, и он немножко отстает в развитии. Эти вон какие уже бегемотики. Видите, а подкидыш немножко маленький. Птенцам уже 11-й, 10-й день. Начинают расти колодочки. Спят абсолютно сытые, накормленные. Все хорошо. Сегодня нашим птенцам уже 12-й, 13-й день. Обратите внимание, все больше и больше они покрываются колодочками, будущими перышками. Сегодня птенчикам уже 14-й, 15-й день. Вот это вот родные птенцы. Обратите внимание, как крылышки уже набирают цвет. Видите, перышко начинает расти, колодка раскрывается. А это подкидыш. Он младше, ну, наверное, на день. Ну, может быть, на 2 дня младше. А в развитии отстает. Сейчас покажу. Видите, зоб голодный, сейчас буду кормить. У этих ребят уже не видно. Но, я так полагаю, их родители лучше кормят. Подкидыша кормят хуже. А возможно, просто у подкидыша самка была недостаточно готова и дала вот такого слабенького птенчика. Тут надо думать. В общем, такие вот у нас дела. Смотрим дальше.
Нашим птенцам уже 17-18 день. Друзья, сегодня 19-20 день нашим птенцам. Обратите внимание, гнездо пустое. Птенцы покинули гнездо. Вот родители, это отец и мать. А вот здесь внизу сидят два маленьких чудесных птенца. Сегодня первый раз они покинули гнездо на 20-й день. Теперь они будут учиться самостоятельно питаться. Но еще какое-то время родители их подкормят. Ну, дней 10 примерно. Если сейчас им 20-й, то еще дней 10, и их можно отсаживать от родителей. Вот такие вот несмышленыши. Птенчики очень похожи на своих родителей. Обратите внимание. Вот родители. А вот птенчики. Сегодня птенчикам 21-22 день. Они снова вернулись в гнездо, чувствуют себя здесь более комфортно. А самка уже отложила новую укладку. Через примерно 5-6 дней птенцы полностью покинут гнездо и больше не будут возвращаться. Сегодня птенцам 23-24 день. Крылья почти выросли, птенцы уверенно стали держаться на жердочке. Сегодня даже заметил, что вот этот старший, который справа, самостоятельно пытался кушать сухую зерносмесь в кормушке. Таким образом растут и развиваются птенцы канареек. Сегодня нашим птенцам 25-26 день. Птенцы научились самостоятельно питаться. Уверенно прыгают с жердочки на жердочку. Но самец еще периодически их подкармливает. Сегодня птенцам 27-28 дней. Они уже почти взрослые. По размеру почти как их родители. Немножко только короткие хвостики. Птенцы за эти 28 дней научились кушать, самостоятельно питаться, научились летать, уверенно держаться на жердочке. И буквально в ближайшие дни птицы покинут родительский дом и будут жить самостоятельно. Сегодня птенцам 29-30 день. Птенцы стали абсолютно взрослые, научились самостоятельно питаться и перестали зависеть от родителей. На 30-й день птенцы покидают родительское гнездо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, продолжение следует. До скорой встречи!